Привет! И это шоу «Умелые кикеры». И сегодня мы вас научим, как складывать футболку так, чтобы она не помялась и вмещала шкаф или чемодан. Итак, начнем. Для начала надо взять футболку любой ткани, находим середину. Берем одной рукой там, где середина, и второй возле плеча. Там, где возле плеча, тянем к этой части. Берем и выкручиваем. Так, аккуратно складываем. Но если у вас не получится, не унывайте, попробуйте еще несколько раз. Потому что не все получается с первого раза, у вас получится второй, третий, четвертый, пятый, шестой или сотый раз. А если не получится, сделайте вот так.